Здравствуйте, в эфире программа «Люди говорят» и с вами ее ведущая Елена Семенычева. Мы предлагаем вам высказать свое мнение о тех событиях, которые происходят в социально-экономической сфере в Ненецком округе и в стране в целом. Сегодня мы выясним, существует ли с точки зрения наших граждан угроза от песцов, выбегающих на улицы города. Как нету, то, конечно, есть. Вы что? А какая опасность? Ну, они же могут и нечаянно укусить или напрыгнуть. Опасность есть. Ну, конечно, они же могут покусать собак. А те, в свою очередь, могут людей заразить. Ну, наверное, бешенство, раз он кусается. Идти в приемный покой и сдавать анализы на прививку, ну, на уколы. Если ничего не подтвердится, это, да, ничего страшного. Ну, это, конечно, опасно. Ну, я думаю, что сюда они так-то не... В город вы имеете в виду? Да, я имею в виду в город. Там, конечно, опасно. А в городе, ну, мне кажется, сюда не... Тут такое сейчас движение, что побояться, наверное. Песцы бегают вокруг, котлобаки столовые, всегда полны отходов, всегда песцов куча, всегда бегали. Ну, никто никого не кусал. А тут, не знаю. Ну, говорят, что сейчас как бы болеют и передается болезнь через животных. Конечно, мне кажется, есть угроза. Конечно, есть опасность. Я думаю, что люди не всегда об этом задумываются. Это опасность не только от песцов, которые на улице, по мойкам подходят. Это от собак, которые на свалке у нас живут. Достаточно много их. И люди сейчас, весна наступит, пойдут в лес. Потом летом за грибами, за ягодами. И никто не защищен от того, что он не заразится или не покусает его. Или бешеная собака, там больная какая-нибудь, или какой-то зверь. Да и потом следы у них остаются от бешенства. И контакты какие-то могут быть, которые негативно отразятся на жизни людей, на их здоровье. И детей особенно. И дети в лес пойдут гулять. На первую очередь надо обратиться в медицинское учреждение по этому поводу и сообщить, где это было, чтобы службы, которые отвечают за безопасность граждан, приняли какие-то меры. Вот должен произойти отлов собак, тогда бродячих. Наверное, также и в отношении диких зверей, которые к городу сейчас подходят, поиск пищи. На свалках, на помойках, наверное, и городские власти, или те власти, которые обязаны этим заниматься, отловом диких собак, там, ну, не диких имеется в виду, а не бесхозных собак и других животных, наверное, должны принимать меры в отношении песцов, ну и других животных, которые могут зайти и лисиц в черту города. И вызывать опасность для нас всех с вами. Надо беречься просто от них. Но дело в том, что значит беречься? Если они же есть по факту, значит, какие-то меры надо принимать. Пока об этом пишут в газетах, на телевидении, а вот не слышно, чтобы как на это реагируют органы власти, которые что-то должны предпринимать. Пока кроме советов каких-либо, ну ничего реального нет, на мой взгляд. Если у вас есть мнение по волнующему вопросу, задавайте его по телефону, на нашем сайте и лично мне. Каждый день наша съемочная группа выходит на улицы города с опросом. С вами была Елена Семенычева. Увидимся!